10 исполнителей уже прошли финал Евровидения, который состоится в субботу в Ливерпуле. 10 мест остаются вакантными. Яркими выступлениями в первом полуфинале отметились Швеция, Финляндия и другие страны. А вот Ирландия выбыла из дальнейшей борьбы. My highlight was Norway. Yeah, definitely. Mine was cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Поклонники с нетерпением ждут второго полуфинала в четверг вечером, где еще 16 исполнителей будут бороться за места в гранд-финале крупнейшего в мире песенного конкурса. К фаворитам многие относят австрийский дуэт Тея и Солена и словенскую группу Joker Out. Но по остальным путевкам в финале сохраняется неопределенность. За пределами главной арены Ливерпуль кипит от волнения, так как здесь проходит огромное количество мероприятий, посвященных Евровидению и украинской культуре. Dancing, we've been singing, and while we were doing that, we were also chopping some vegetables, prepping some food, and we're about to sit down and enjoy the food together. It's a mixture of food from Liverpool, but also food from Ukraine.